Взять. Ой, шикарный лен какой. Лен шикарный. На текстиль 30%. А, это та юбочка, которую я уже когда-то видела. Между прочим, я ее помню. Когда бы ее использовать? Надо бы ее использовать. Красиво. Так, а мне нужна рубашка. На таких скидках хорошо находить. Как раз ластычки нужны. Ух ты, что это за поясок такой? Так, а я хотела посмотреть. Все по цветам. Какая сумочка. Ой, никуда не долезть. Ни до какой цены никуда не долезть. А это что? Бреста. Это какая глубоко фирменная футболочка. Ой, мамочка. Ой, какая она красивая. Да, она прям такая вся. Она прям вся такая классная. Интересно. Дальше. Какой хорошенький. Ух ты, какой посещающий.
Гёс. О, мой любимый Гёс. Сколько же она стоит? 1002. 1002. И еще. А, это... Сумки там классные, фирменные. Прям, ну, такие, глубоко фирменные. А? А, я, знаешь, у меня их сколько много. Я их так люблю. Ну, поглазела. Я на них поглазела. Так, текстиль. Ой, я еще люблю смотреть текстиль. О, что такое? Это просто так. Вот такая прелесть. Это юбка. Это юбка такая красивая. 720. Не, ну ничего, я была месяца полтора-два назад. Смотри, новая появилась. Вот это я не видела. Ну, кожа. 1850. Ты хочешь с такими маленькими? А? Не, я с такими маленькими. Я складчиком, короче, такие я хожу. Вообще, такой я могу ходить, да, ну, потому что она, понимаешь. Томми 1200. О, ну это я показала, 1300. Вот эти классные боты. 2650. У меня такая есть хлопковая ткань. Ой, а тут не то, галстука. Галстука, это что? Это шелк. Ничего такого нет, что ли? Интересная тканушка. Девчонка, интересная. Не заражать ходить. Случайно зашла. Сегодня 90% скидка и 25 рублей килограмм. Ну, купила за 2 рубля. На лоскутик. На лоскутик купила красивую юбочку детскую. Мне будет лоскутик. И сейчас пойду в гости к внуку. Пока они соберутся, выйдут, я решила, чтоб там не торчать у них. Заеду, куплю вкусняшку, сейчас зайду куда-нибудь. Надо было пойти на АТБ, ладно. Не хочу. Проедусь. Погодка сегодня хорошая, можно было легче одеться. Побоялась замерзнуть. Ну ничего. Так, ладно, потом отсмотрю, что у меня там наснималось, подкорректирую и покажу.